Готова к коню металлическому? Ну, придется брать его силой. Не обкатывала до этого, да, ни разу? Ни разу. Жеребчики нравятся? Ничего такие. Победишь их? Конечно, конечно. Это мисс Блокнот. 19. Второй этап, самый жесткий, спортивный. Именно мы на спортивном колесе находимся. Сил хватит победить? Стараемся, конечно, хватит. Кто самая красивая девчонка? Я, конечно. Тогда мы правильно лежим. Выключайте камеру. Постоянно меняется угол наклона и увеличивается скорость. Так, участник, которая быстрее сойдет с дистанции, та и проиграла. Что не хватает тебе для победы, как ты думаешь? Наверное, сил. Может, кофейку принести тебе, пока они спят там на беговых дорожках? Я думаю, будет лишним. Шесть минут, 30 секунд. Это супер результат для первого раза. Это просто колоссально. Но ты, к сожалению, сдалась. Почему, как думаешь? Здоровье дороже. По-любому. Еще много сил понадобится. Еще впереди этапы. Я все равно лучшая. Понравился жеребчик? Супер. Вернусь к нему еще. Понравилось сверху? Я люблю сверху.